Vasily, what do you think about Canelo versus Triple G, and who did you have winning? На самом деле, хороший бой, интересный бой. Очень сильно понравились действия Канело. Понравилась защита. Немножко, конечно, не хватило ему количества ударов. Бой он проиграл, Головкин выиграл в этом бою, я считаю. Но действия, те, которые он делал, они не совсем мне понравились. Я сейчас говорю не как любитель, не как болельщик, а говорю как человек, который занимается боксом, человек, который понимает в боксе. И рассуждаю с точки зрения, наверное, такой-то как тактики и использования арсенала в бою. Ну вот, не совсем понравились действия его в бою. Как бы, ну, победители не судят, он бой выиграл, поэтому, значит, ему достаточно было того, что он делал в ринге. Ну вот, вот такое вот. Интересно посмотреть реванш.